Выставка организована архивными учреждениями системы агентства УзАрхив совместно с Государственным музеем истории Узбекистана с целью пропаганды бесценного вклада народа республики во Второй мировой войне, воспитания молодежи в духе любви к родине. Выставка знакомит посетителей с документами, рассказывающими об автобиографии, деятельности, семье исторических деятелей, участвовавших в военных событиях. Гостям музея также доступны хранящиеся в архивах письма с фронта и сборник архивных документов «Память о погибших и пропавших без вести на фронтах Второй мировой войны бойцах». Кроме того, на открытии демонстрировались уникальные кадры из кинодокументов Национального архива кинофотофонодокументов, отражающие период Второй мировой войны. В зале музея прозвучали песни военных лет и архивные фонодокументы, содержащие воспоминания о войне. Прикоснуться к истории, узнать факты о ходе Второй мировой войны могут, начиная с сегодняшнего дня, жители и гости столицы, придя в Государственный музей истории Узбекистана.